В Музее истории города Бреста открылась выставка, посвященная творчеству известного фотографа Брест-Литовска начала 20 века Владислава Мартиновича Весневского. Родился он 10 сентября 1874 года в небольшой деревне Варшавской губернии. Карьеру фотографа и право самостоятельно заниматься этим делом получил к 25 годам, после чего отправился в Брест-Литовск. Первое фотоателье он открыл по улице Шоссейной, ныне проспект Машерова. Если мы будем помнить то, что было, то, что есть, у нас будет будущее. И поэтому вот эти выставки – это, наверное, особая аура нашего города. И чем больше их будет по крупице, мы вот будем воссоздавать историю. А будем воссоздавать историю, у нас будет будущее, мы будем, наверное, уважать себя, помня о том, что у нас есть богатая история. Краеведом Александром Пащуком, который 30 лет собирает снимки Весневского, представлено на выставке более 100 его фоторабот. И все они разного времени, начиная с 1900 года и заканчивая периодом Первой мировой войны. Снимки Владислава Весневского отличаются тем, что на них, как правило, изображены обычные люди. Черно-белые снимки горожан, ставшие классикой фотографии, поражают своей глубиной и реалистичностью. Неподдельный интерес к снимаемым персонажам, полное погружение в жизнь людей того времени придают работам фотографа ту утонченность, которая характерна для фотографий настоящих мастеров. Чем значим вот Весневский, в большей степени его фотографии как бы разошлись по всему миру. На постсоветском пространстве это одно, в бывших советских республиках, но и в западной части Европы, это во Франции, в Бельгии, в Польше, Канада, США. Когда сейчас мы знакомимся с вот этими фотографиями, которые здесь представлены на этой выставке, ты просто погружаешься в эту среду, и ты чувствуешь вот тот, наверное, неповторимый колорит, который здесь присутствовал. Подобные выставки – изюминка нашего города, и благодаря им по крупицам можно собрать полную картину не до конца разгаданного прошлого нашего города. Люди, запечатленные на снимках, сами того не ведая, оставили для нас целую культурную эпоху. Возможность погрузиться в богатую историю прошлого для брещан туристов продлится почти месяц. Выставка будет открыта до 14 октября.